Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас вечер, 31 декабря, и я начинаю наш новогодний влог. Спасибо, что зашли и подписались, и спасибо огромное за все ваши поздравления. Сегодня у нас с вами будет простой домашний влог, всего понемножку, и, возможно, он плавно перейдет в завтрашний день. Я люблю атмосферу вечернего праздника. Ожидание – это самое приятное и самое лучшее. Ёлка горит, сверкает огоньками, похрапывает камин. Наконец-то я купила свечи в мои хрустальные, в наши хрустальные подсвечники. А там на заднем плане загружается видео поздравления для вас. Давайте покажу вам немножко мои подарки. Смотрите, какой подарок я сама себе сделала. Давно искала эту винтажную цепь от Селин. И да, она моя вообще, марку Селин. Я очень люблю, особенно винтажные вещи, мне дороги. Поэтому, когда они мне попадаются, я с удовольствием их беру в приют, в мою коллекцию. Вот такая цепь. И сейчас как раз они в тренде, будут мои коллекции. Я достала свои босоножки от Селин также. И да, были времена, когда мы носили каблуки. Так соскучилась. Хочется куда-то выйти. В прошлом году, помните, мы были в аббатстве старинном, в ресторане. А в этом году будем праздновать дома. Ну ничего, все еще впереди. Вы меня спросили, я что-то купила в стоке вчера. Да, я купила. И неправда, что там все плохие вещи какие-то нет. Можно найти на самом деле сокровища. Вот такую сумку by Versace. Камера не передает всю ее красоту. Она такого кофейно-молочного цвета. Кофе с молоком. У нее просто шикарная фурнитура. Она достаточно большая. Я ее еще пока не открывала. Там все новое. Красотульки, красотульки. Здесь ремень. Так она застегивается. Одной рукой неудобно. И у нее всего одна застежка. Смотрится очень стильно, и она вот стоила 219 евро, а я ее купила за 70 евро. То есть можно прикрепить ремешок. Вот показываю вам уже мои подарки. А еще у меня есть вот такие винтажные клипсы от Селин тоже. Их очень-очень ждала, и они ко мне пришли. Они очень легкие, здесь такая подушечка, чтобы не давило ухо. Очень-очень легкий, смотрится стильно, красиво. Так что с Новым годом! Спасибо, Дед Мороз! Ну вот, мы почти готовы. Аромат у меня от Кильян, запрещенные игры. Обожаю просто его. Мой самый-самый любимый из всех ароматов. Если можно было бы оставить только его, я бы оставила только его. И, ну, все достаточно, как я люблю. Просто платье черное. Сейчас поближе покажу. С таким воланом. Это Armand Ventilo. Покупала его в Каннах. Подвеска от Chanel. Такие маленькие серьги, гвоздики тоже Chanel. И я вчера купила вот такие колготки. Сейчас надену, правильно сказала, грубые ботинки, и будет у меня такой лучок. Так и встретим Новый год.
Оно похоже на мое рождественское платье, но это такой тяжелый шелк. По краю идет валан. И вот здесь также на горлышке валан. Не видно. Оно такое А-образный силуэт, скорее всего. И с ботинками, с грубыми, я думаю, что будет хорошо смотреться. Ну, нормально. Можно покушать, хотя вечером уже как-то отвыкли много есть. Это наш стол. Скатерть очень красивая. Сюрприз, хлеб с сюрпризом, что там есть. Нарезка, сухие томаты, лосось. Что это, Саш? Пэм? Он ест. Сюрприз. Здесь вытаскиваешь кусочек. Опа. Ой, сломался. И с различными начинками. Pompier, mamie. Dans ta cape. Et ceux, encore plus pressés, qui n'ont même pas encore commencé à penser au menu. Et j'ai pleinement confiance par les décisions que j'ai eues à prendre, les sacrifices que je vous ai demandés. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment. Et je veux vous remercier de votre fidélité. Et toi, tu vas mourir de faim avant le chocolat. Attends. Chamallow? Chamallow? Oh, des chamallows! C'est pas bon pour les gens. Fauteuil. Домик из конфет. Ah, c'est comme ça là. Je vais mettre de ce côté pour voir où. Ah oui, t'as raison. C'est des bonbons ou des gâteaux? C'est des petits gâteaux. Пирожные или конфеты? Il y a des rochers. Il y a tout. Il y a des crêpes. Ça, j'aime bien. Mais devant. А у нас вот такой подарок.
на 1 января 2021 выпал снег. Мой снеговик уже растаял. Вот счастье французским детям. Увидели снег. Сыбон, не снимай меня. Вот, скоро не буду снимать тебя, как Влада. Не холодно, тепло. Второй день. 1 января. Какие сажать гребешки. Всем приятного аппетита. А это наш сыр с фисташками. Мы он дирак горгонзола. А, ну, блю, блю. А, блю с фисташками. А это сыр коровий с оливками. Конте, бри бель руж и шевр, козий сыр с трюфелями. Ух ты! А это полено новогоднее сделала его тетя. Посмотрите, какое красивое. Дистанциацион социаль. Как в рекламе. Мет де дистанс де шак пер Ноэль. После обеда мы пошли прогуляться к озеру. Хорошо, когда озеро близко. И погода хорошая. Снег уже растаял. Домики очень красивые возле озера. Посмотрите. Окнами выходят на само озеро. Ну вот, на этом буду заканчивать наше видео. Спасибо всем, что оставались со мной. Спасибо за 2020. И начинаем с вами 2021. Всем пока-пока.